Всем привет! Вы на канале «Справочник студента». Сегодня я коснусь темы, довольно актуальной среди студентов университетов. А также это видео будет интересно для школьников. В этом видео я дам действенные советы, как стать любимчиком среди преподавателей вашего учебного заведения. Эти советы основаны на моем личном опыте и мне помогали в процессе обучения в университете. Хочу отметить, что эти советы могут действовать по отношению к преподавателям, куратору и научному руководителю. Самые действенные советы будут в конце этого видео, так что досмотрите его до конца. Поехали! Совет 1. Спрашивай и интересуйся предметами. Для каждого преподавателя свой предмет – это что-то архиважное, и ничего важнее в обучении нет. Так думает практически каждый преподаватель. Для того, чтобы вас заметили преподаватели, нужно проявить действительно искренний интерес к предмету. Подходите к преподавателю лично, уточняйте моменты по теме и задавайте вопросы. Это им очень нравится. Совет 2. Выполняй дополнительные задания. Очень часто преподаватели дают дополнительные задания студентам и школьникам для получения дополнительного балла. Речь идет о рефератах, презентациях и так далее. Если вы хотите стать любимчиком преподавателей, то смело берите эти дополнительные задания. Этим вы не только получите дополнительное внимание преподавателей, но и улучшите свою успеваемость. Теперь небольшое уточнение по этим двум советам. Ни в коем случае не становитесь ботаном ради внимания преподавателей, если это вам не свойственно, конечно. Дозируйте ваш интерес к предмету и выполнение дополнительных заданий. Ваша задача – оставаться на виду у преподавателей, а не преследовать их по пятам и выглядеть назойливо. Это только оттолкнет и сделает результат противоположным. Не все преподаватели любят заучек, и точно никто не любит назойливых учеников. А перед тем, как перейти к третьему совету, прошу подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео. Это поможет нам в продвижении на платформе. И еще подписчиков нашего канала скоро ждут приятные бонусы и розыгрыши. Кстати, напишите в комментариях, как вы смотрите на то, чтобы разыграть среди подписчиков бесплатный план, вступление и курсовую работу. Спасибо вам за подписку. А мы переходим к третьему совету. Совет 3. Проявляй уважение и оказывай помощь. Преподаватель – это в первую очередь человек, поэтому к нему нужно относиться уважительно, но не переступать границу личного пространства. Ваше уважение должно проявляться умеренно, иначе это будет похоже на подхалимство, а это не всем преподавателям нравится. Оказывайте помощь вашим преподавателям, если это требуется. Это могут быть самые простые просьбы – принести мел, забрать на кафедре журнал группы и так далее. Это касается и помощи куратору или классному руководителю. Иногда куратору может понадобиться помощь в организационных вопросах. Вызовитесь помочь ему, и тогда вы станете его любимчиком. А теперь переходим к самым действенным советам, благодаря которым вас заметят и вы сможете стать любимчиком среди преподавателей. А любимчики, как известно, получают самые лучшие баллы и имеют привилегии. Итак, совет 4. Будь старостой. Как бы это банально ни звучало, но староста – это лицо группы или класса. У преподавателей университета очень много студентов, но староста – это запоминающаяся личность. Вы всегда будете у преподавателей на виду, у вас будет возможность лично с ними переговорить и решить интересующие вас вопросы. Если вы все-таки задумываетесь стать старостой, то посмотрите мое видео для первокурсников, где я называю плюсы и минусы этого статуса. Ссылку оставлю в описании и в подсказке вверху экрана. И последний совет, который вам поможет быть на виду не только у преподавателей, а у всей администрации вашего учебного заведения. Совет 5. Участвуй в самодеятельности. Каждый человек может найти в себе особый талант. Самодеятельность в университете предлагает попробовать себя в концертах, КВН, творческих вечерах и так далее. Если ты творческий человек, не боишься сцены и у тебя море энтузиазма, то смело используй совет 5, чтобы стать любимчиком преподавателей.
Дело в том, что немногие студенты соглашаются участвовать в так называемых смотрах. Задача преподавательского коллектива, а именно кураторов и классных руководителей, привлечь как можно больше желающих. По собственному опыту могу сказать, что активная творческая жизнь в университете открывает для студента возможность получать зачеты автоматом, и появляется возможность быть ближе к администрации университета, так как вас знают, а это многое значит. Но это при условии, что участвовать в самодеятельности вы будете на постоянной основе. Используйте эти советы, и вы обязательно станете любимчиками преподавателей вашего учебного заведения. Всем пока!